Приветствую вас, друзья! Вы на канале «Все для клёва». Сегодня мы начинаем обзор таких небольших передач о новых пополнениях товара в интернет-магазине klyova.com.ua. Это кайда Kurt 3000A Match. Что в ней необычного, как во всех других катушках? Ну, во-первых, здесь две дополнительных шпули. Вот вы можете видеть на коробке. Значит, одна из них дополнительная алюминиевая, вторая пластиковая. Система АВС, то есть катушка оборудована противовибрационной системой. S-Torque System, значит, это система, которая направляет ход шпули таким образом, чтобы обеспечивать ровную крестообразную намотку лески. Power Roller сокращает закручивание лески во время вытягивания. Мы видим, что здесь 6 плюс 1, то есть 7 подшипников. Вот, друзья, катушка комплектуется таким водоотталкивающим непроницаемым чехлом, двумя железными шпулями, как я говорил, и одной пластиковой. Причем дополнительная шпуля с большой лесоемкостью, а малая, такая низкопрофильная, с малой лесоемкостью. Друзья, такой вид имеет наша катушка Kurt 3000A Kaida. Ну, как вы знаете, Kaida уже перестала существовать, фирма. На ее месте появилась фирма Veida. То есть с 1 января 2018 года Kaida переименована в Veida. Поэтому это получается уже еще старые запасы. Вот. А уверен, что в этом году такая же самая катушка будет и у Veida выпустить такую катушку. Чем она мне нравится? Ну, во-первых, железная ручка. Мгновенный антиреверс. Вы видите. Чуткий задний фрикцион. Тут можно очень длинный. Вот он, получается 4 практически оборота. От полного расслабления до полного сжатия 4 прокрута. Вот полностью закручено оно. Значит, передаточное число этой катушки 5,2 к 1. Что означает это соотношение? Это говорит о том, что за один оборот рукояти катушки лесоукладитель делает 5,2 оборота вокруг шпули. Друзья, давайте теперь посмотрим, какие люфты. В кнобе тут практически его нет. И там какая-то доля миллиметра какой-то есть, технологический такой люфт. Да. Здесь в главной паре поперечный чуть-чуть есть. Продольный тоже немножко есть, но буквально тоже так доли миллиметров технологически. Так, теперь здесь смотрим люфт штока. Тут его нет, тут тоже его нет. Шпуля, в принципе, должна ходить так немножко. Есть люфт шпули. Душка, смотрим, фиксация ее. Нормально. Ручка переставляется как слева направо, так справа налево. В принципе, проблем нет никаких. Так, друзья, теперь проверим, давайте ее вес. 337 грамм. На мое усмотрение, я считаю, что это одна из достойнейших катушек, вот, которая будет служить вам верой и правдой не один год. Друзья, и хочу напомнить вам неизменное правило нашего интернет-магазина klyova.com.ua. Если вы найдете такую же катушку дешевле, чем у нас, или любой другой товар интернет-магазина klyova.com.ua, скиньте ссылку на почту сайта, мы проанализируем ее актуальность, ваши ссылки, и продадим вам еще дешевле. Друзья, если видео было полезным, ставьте лайки, подписывайтесь на канал «Все для клёва». Ну, мы прощаемся с вами. До скорых встреч на рыбалке. Всем пока, всего хорошего.